Терри Хагель. А вот уже опасная атака Менхенгладбахцев. Посмотрите, удар поворотом и сразу же первый выстрел. Отличается Юб Хайнкес. Вот это начало, друзья. Вот это вот, как говорят, с места да в самый что ни на есть карьер. А передачу отдавал Херберт Виммер. Это третий. Такое резвое начало-то, да? Так вот, этот матч с вами будет смотреть. И ваши комментаторы вдвоем с Хайнкесом. Мяч быстренько. Так и есть. Ну так что же, начал я было рассказывать о том, что происходит в чемпионате Германии. Так вот, еще раз вернусь к этому вопросу. Вот в этом матче примерять, может быть, какие-то суммы премиальных по итогам сезона зависит от итогового положение в табеле Аранда. В атаке Гладбахцы. Неплохо. Идет вперед Хайнкес. Обыгрался с партнером. Получает мяч. Удар поворотом и гол. Гол очередной свой гол забивает Юб Хайнкес в этом сезоне. Какой уже 15-й по счету. И второй в сегодняшней встрече. Юб Хайнкес удваивает преимущество своей команды на 12-й минуте. Вот так вот, резво, резво, как действительно самое что ни на есть. Ну, я думаю, Мюнхенгладбахцами, поэтому она и, в принципе, знакома. Если не ужасное выступление, то плохое. Ну, посмотрите, здесь, конечно, да, атака на вратаря. Надо остановить команды Уда Латека. Очередная атака Мюнхенгладбахцев. Прострел. Ну, это уже не смешно, друзья. 6-0. Ой, 5, извините, я сбился. Ну, как тут не сбиться? 5-0. И это вновь Хайнкес. 32-я минута. Смотрим повтор. Кто ошибся? А вот поищите-ка третьего номера в обороне, а? Где он? Давайте посмотрим, что происходит в Гамбурге. Симонсон бросает вперед Хайнкеса. Начинал Вольган Клефф. Плохая Зеглер не успел к мячу. И сразу же контрвыпад. Хайнкес. С мячом гладбахцы. Атака захлебывается. Но опять же вспомним и перекладину. И вот, наконец, Дортмунд. Этот сезон, если не сказать, что провальный, то уж точно. Дель Хая. Неплохая передача, удар. И тут рикошет от ноги. Это его последний матч за коллектив, и может он идти искать новое себе пристанище. Ну вот вторая волна атаки, еще один навес, удар поворотом. И куда ж ты пошел, Петер Эндрю Лат, а? Куда тебя черт дернул бежать, когда там капитан? На то он и капитан. И те же слова, я думаю, можно адресовать Гайеру. О, парень всегда где-то впереди. Удар. Навес. Удар поворотом. Еще удар. Еще один. Он успел коснуться мяча до того, как кожаный снаряд пересек ленточку. Вот Дель Хайя бьет. А ну, в любом случае, Дель Хайя. Это он Симонсон. Да, заметили мы, что Симонсон прихрамывает. А тут опасный момент. Удар поворотом. Блокирует Эндрю Лат мяч. И что же? Будет ли засчитан этот гол? После добивания всем показалось, по крайней мере, атакующей стороне, что кожный снаряд проскочил под мышкой где-то, чуть коснувшись руки голкипера Дортмунда в ворота. Вот снаряд. Атака гладбахцев. Удар поворотом будет ли?